Начну с того, что в Одессе ситуация на сегодняшний день спокойная, относительно спокойная. Не ведутся, город не подвергался обстрелам. В этом плане она спокойна. В плане того, что все напряжены, также она остается напряженной. So the third thing I would like to say is that the city now in a calm condition. We have no shelling in the city. So if it's possible to say we are in calm condition, for sure also all of us are in stress, in a constant stress, is also true. С одной стороны, я хотел бы вам сказать, что происходит, но с другой стороны, мы занимаемся обычной своей работой. So from one side I would like to tell you what's going on in our city, but from the other hand I would like to say that we do our ordinary things, we do our ordinary job. Необычного в нашей работе то, что мы продолжаем формировать стратегические запасы продуктов питания и медикаментов. По состоянию на 25.03 в Одессу всего было прибыло 25 40-футовых фур. So, on the 25th of March there were hosted in Odessa 25 big cars with needed things. Это огромное спасибо хочу сказать нашим городам-побратимам, странам Европейского Союза, всем абсолютно, кто сегодня помогает и поддерживает Украину и Одессу. So that's why I would like to thank thanks for all our sister cities, to all the councils of European Union and to everyone who helps us nowadays. Общий объем доставленного груза порядка 489 тонн. So the general amount of the goods we got is equals 489 тонн. Город Марсель, это город побратим. Мы получили 5 машин скорой помощи и 1 пожарную машину. So our sister city Marseille gave us 4 ambulance and 1 fire car. Мы продолжаем совершенствовать нашу логистику доставки грузов и при содействии железной дороги получаем также грузы железной дороги. В обязанностях городской власти, муниципалитета, также содействие формированию сил территориальной обороны. Also, we are as a city government are responsible for giving the support and help to the territorial defense. Практически каждый день мы в тесном взаимодействии продолжаем формирование, оказываем помощь формированию батальонов территориальной обороны. Больницы наши работают в плановом режиме. So our hospitals are worked. Медперсонал работает. Our medical staff is on their position. Я благодарен медицинским работникам, которые остались в Одессе и работают. I'm really thankful to the medical workers who are staying in Odessa and continue to do their work. Фактически наши медицинские учреждения укомплектованы кадрами в полном объеме. So in fact we have all needed medical staff and medical workers on their position right now. У нас есть запас медикаментов. We have medicines that we need in an amount. А также наша городская сеть аптек Одесфарм продолжает выдачу медпрепаратов по программе «Доступные лекарства» и инсулиносодержащих препаратов. Так. Что касается коммунальной сферы. Also, I would like to add something about the communal utilities. За 32 военных действий, чуть больше, наши коммунальные службы работают без боев. Мы предоставляем все коммунальные услуги: водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, газообеспечение, вывоз мусора и также производим уборку территории и убирать наш город.
So we provide all the needed services for the citizens, such as water supply, such as electricity supply, and other ones. Городской электротранспорт работает сегодня достаточно в том необходимом количестве машин, которые выходят на маршруты, и мы обеспечим работу его с 7 утра до 18 часов.